Я нахожусь в гостях у своих друзей. Тём, как правильно произнести вот это, вот эти все вариации? Copper Guitars. Copper. Просто хорошая мастерская. Просто, да, просто сам... Нет, на самом деле, самая замечательная мастерская, не потому что она там называется Copper, например, а потому что в ней работают мои большие друзья, которых я безумно люблю, и с которыми уже работают давным-давно. Copper с гитарой, они стали называться не так давно. А дружим мы уже, я не знаю, я Тёмочку вот еще из сада забирал, когда... Я посчитал, Лёш, 9 лет. 9 лет? 9 лет. Да. В этом январе было 9 лет. С ума сойти. Вот. Саша и все остальные ребята, все огромные молодцы. Большое спасибо за то, что дарите нам, музыкантам, такую радость, реанимируете, помогаете, лечите наши инструменты и создаете свои новые чумовейшие метленки. Вот. Всегда приятно быть у вас в гостях. Всем всегда и везде пишу и говорю и советую всем своим ученикам, всем своим друзьям, что надо обращаться только сюда. Здесь все по-настоящему, здесь все серьезно. Идите сюда, здесь вас не обманут. Сегодня мы, собственно, здесь находились по поводу. Вот Илья Фокин сделал новые звукосниматели для... На этот раз для этого Лес-Пола, и модель Страйк теперь стоит и на нем. Очень приятно, поздравляю тебя, гитарочка, с почином. Вот, теперь ты можешь смело, значит, занимать свое место в семье. Поэтому огромное спасибо Илье, звук потрясающий. Все отлично, все как надо, все лучше нравится. И спасибо фирме Copper's Guitar за чудесную работу, за то, что заменили чудесным образом лады, все настроили, отстроили и поставили ломающий. Kill Switch. Которым я так давно. Алеш! Алешенька, иди сюда. Иди сюда, скажи, иди, иди. Ну, скажи мне, тебе нравится здесь в мастерской грязи? Конечно. Что тебе нравится? Гитара? Конечно, гитара. Ну-ка, давай вот эту маленькую принеси сюда. Давай, заслушай. А итак, Copper's Guitar для вас. Любой каприз за ваши деньги, идите сюда. Еще раз говорю, здесь вас не обманут. Кто придет сюда с чистым сердцем, уйдет сюда с хорошим настроением, с хорошим инструментом.